Представляете, с утра президент или примар едет с нами в автобусе. И так вот, невзначай, он мне говорит: передай, пожалуйста, Трилея за проезд. Сдачи не надо. Ну, давай. Что у вас за проезд? Секундочку. Разворовали страну, сволочи! Сталина на вас нет! Пыри! Извините, забрал ребенка от бабушки. 2 недели на каникулах была. А у нее что за проезд? Пенсионная у меня! Я предлагаю пойти на рынок. На какой? На какой, на какой? На самый модный, придорожно-тротуарный. Точно, к перекупщице тете Вале, которая продает лук сладкий, как мед. Нет денег совсем. Тетя продавщица, а вы мне вчера неправильно сдачи дали. Мальчик, ты что? Могло вчера приходить. Ну ладно, я оставлю эту лишнюю сотню при себе. Нет денег совсем, да денег нет. Вдруг проверка, полиция, санэпидемстанция, все бегут, сумки прячут. Давайте лучше в магазин, а еще лучше в круглосуточный. Папочка, ты хоть раз в жизни видел такую большую шоколадку? Так, не перебивай аппетит, потому что дома нас ждет что? Борщ! А борщ вкусный и... полезный! Молодец! Кто-то обещал себе хорошо вести в магазине. А кто-то обещал маме хорошо себе вести в Турции. Пробейте шоколадку. И мармеладных мишек. И мармеладных мишек. И ту самую большую машинку. Что? Турция, папа, Турция. Чего-нибудь покруче. Банк, например, в любой. У нас их не меньше сотни. Вот главное с директором встретиться. Вот это как раз таки не проблема. Мою бабушку возьмем, она у меня правит. Здравствуй, Милон! Здравствуй, бабушка. Тут такое дело! Понимаешь? У меня тут ребенок гражданкой. 3 мешка каких-то вторая лежала. Открываю. Золото Колчака! Мне же ж не надо! Вы же ж молодые! Извините, но я такие дела не решаю. Я сейчас директора позову. Виктор Николаевич, важный клиент. Да-да, я вас слушаю. Я тут сотруднику вашему только что рассказала. Мне дед завещал сотку земли в Ираке. Я на днях картошку копала, копала. Ты-дыщ! Фонтан нефти! Мне же ж не надо! Присаживайтесь. Мне же ж вообще ничего не надо! Все вам хочу! Мы же ж молодые! Извините, я как-то не уполномочен, я генерального позову. Эдуард Петрович, важный клиент. Я вас слушаю. Это я тебя, зараза, слушаю! Сколько еще твой кот будет гадить у меня под дверью? Вы меня здесь достали. Анекдот! Полететь! Отвали! Позвал как-то царь русского полегания. Отстой! И говорит: принесите мне... Меня позорить, поля! Стоп! Принесите мне по цветку. А русский принес ромашку, не успел... А лысый дай поем! Какой поел, успокойся! Фигня, а не поминки. А начнем мы не с них, а с себя. То есть выбирать будем не только в апреле. Перешире! И тогда... И тогда все будет тип-топ.